Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим, а любит ли он вас. Называйте имя вашего мужчины, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. А любит ли он вас? Да. Ну, туз пентаклей здесь только так и никак иначе. Здесь по-другому даже не скажешь. Ну что же, давайте тогда что-нибудь другое у него спросим. Раз уже четко и ясно ответил так, что вопросов нет. Давайте спросим, что он думал о вас сегодня. Знаете, он говорит, не только сегодня я о тебе думал, я постоянно о тебе думаю. Думает о встрече, думает о развитии ваших отношений. Да, думает о том, чтобы прийти вам либо же подарок какой-то преподнести, либо же сообщение написать, либо же звонок сделать. То есть здесь идет по карте пентаклей какое-то появление, проявление в вашей жизни, когда он вам что-то даст. Возможно, да, и как сказала, это звонок, сообщение, либо же подарочек приготовил. Нет, у очень многих здесь действительно разговор. Мужчина думает о разговоре, хочет сказать, что вы его любимая прямо здесь и сейчас. Говорит, что вы сейчас находитесь немножко в подвешенном состоянии и не уверены, на самом деле, так ли это. Но он говорит, да, только так и никак иначе. Ставьте лайк для энергообмена, пишите «принимаю», благодарю для исполнения. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.